Пожар на городской свалке потушен. На его ликвидацию ушло 4 дня. Напомним, 10 июня в Мирном на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание. Городские власти отреагировали незамедлительно, однако потушить его сразу не удалось. Чтобы локализовать пожар, в мэрии обратились за помощью к руководителям 15 организаций. Были привлечены силы пожарных, компания «Алроса», предприятий города, индивидуальных предпринимателей. Всего содействовали 19 единиц техники. Чтобы ликвидировать пожар, территорию опахали и засыпали грунтом. Предварительная версия возникновения огня – самовозгорание. Вода помогает сбить открытый огонь, а само тление продолжает проходить внутри. То есть эффективным тушением признается только засыпание грунтом и утрамбование грунта сверху тяжелой техникой. Локализация пожара с помощью отсыпки грунтов была 13 числа, то есть основная часть была затушена, оставалось процентов около 10 за, так сказать, закрыть грунтом. 14 числа в 16:00 полностью ликвидация данного возгорания.